Атомный ледокол «50 лет Победы» госкорпорации «Росатом» вернулся в порт приписки Мурманск после завершения работы в период зимней-весенней навигации. Об этом сообщает Машньюз со ссылкой на пресс-службу в ГУБ «Атомфлот». Как отмечается в сообщении, с ноября 2022 года ледокол прошел 28,5 тысяч миль, обеспечив проводку 125 судов по маршруту Северного морского пути. По словам исполняющего обязанности генерального директора в ГУБ «Атомфлот» Леонида Ирлицы, ледокол обеспечивал безопасную проводку судов на морском канале Обской губы и в Карском море. Экипаж высокопрофессионально выполнил контрактные обязательства перед заказчиками. Сейчас экипаж ледокола приступил к плановым ремонтным работам и подготовке к круизным рейсам. По данным Атомфлота, в настоящее время в акватории Северного морского пути продолжают работать атомные ледоколы «Арктика», «Сибирь», «Урал», «Таймыр», «Вайгач» и «Ямал».